Купальный сезон еще не начался, но с начала года в нашем городе уже зарегистрировано 7 смертельных случаев на воде. В основном погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Что же предпримет спасательная станция для предотвращения подобных случаев? Помимо купания в нетрезвом виде, основными причинами гибели людей в воде становится купание в необорудованных местах. Чтобы не допустить трагедии, сотрудники МЧС, а также полиция с началом купального сезона переходят в особый режим. Более 50-60% ежегодно фиксируется случаев утонувших в состоянии алкогольного опьянения. Все пляжи и места отдыха взяли под контроль управление Министерства внутренних дел. Там будет организован патрулирование сотрудников полиции. В соответствии с законом Орловской области об ответственности за административные правонарушения, статья 11.7, за купание в неотведенных для этого местах предусмотрена административная ответственность. Штраф за купание в неотведенных для этого местах будет равняться 2500 рублей. Но, как правило, такая сумма не пугает орловчан. Тем более, что в нашем городе, кроме озера «Светлая жизнь», и купаться-то негде. Планируется принятие 2 пляжей, это «Светлая жизнь» и Центрального парка культуры и отдыха, но в связи с тем, что вода на реке Оки не соответствует требованиям санэпидемнадзора, скорее всего, купание будет запрещено. Но летом под палящим солнцем загорающих на этом пляже все равно потянет в воду. И даже в такую «чистую» в кавычках воду. А качество воды в главной реке Орловщины на протяжении последних лет такое, что санитарные службы категорически не рекомендуют там плавать. И в этом году она чище не станет. Сергей Гудков, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».